И снова я, Александр Криволап, печенеги. Ребята, сегодня 13 января 2019 года. Сегодня колядуют по-русскому, а по-нашему, по-украинскому щедруют. Дозвольте, пожалуйста, вам защедровать. Щедрівочка щедрувала, під віконце заглядала, щоб ви тьотю наварили, щоб ви тьотю напекли. Мерщі несіть до вікна, від вікна і до порога, щоб у вас була дівка чорноброва. З праздником, ребята! Всіх. С праздником. И тебя, Надюшка, с праздником, который называла когда-то меня Сашко. Здесь красиво. Очень. А весной еще краше. Сейчас мы посмотрим зимний вариант. Здесь елочка. А там... Барбарис. Ягод еще много. Много. Ребята, давайте вернемся немножечко в весну и посмотрим, какая была красота здесь весной. Ух ты. И снова я, Александр Криволап, печенеги. Елочка. Елочка, елочка. А за елочкой идет. Что? Барбарис. Цветет барбарис. Пчелы работают. Барбарисом японская айва. Японская айва. Маленькие пчелки работают, собирают пыльцу. А здесь черноплодная рябина. Черноплодная рябина. Черноплодная рябина. Японская айва. В этом году плодов почти не было на японской айве. Но вот в этом году, дай бог, будут плоды. И барбарис. Японская айва. В чай хорошо. Плоды японской айвы.
Ну все, ребята, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Кривова. Пишем люди. Пока-пока.